Всем привет! Это мой первый влог на мой YouTube-канал. Сегодня уже 31 августа, это значит, то, что уже завтра я иду в школу в 9 класс. И я решил записать влог. Я уже подготовил учебники, сейчас их буду складывать к себе в рюкзак. У меня завтра, кстати, будет 4 урока. Вот так вот, потому что остальные 3 урока у нас будет линейка. Через 10 часов уже в школу, поэтому встретимся завтра утром. Я сейчас ем, а время уже 7:36, мне выходить через минут 20-40. Мне надо будет встретиться с подругой, и мы пойдем вместе в школу. Всем привет, у нас уже линейка прошла, мы сидим в коридоре, Саша ест пиццу. Сейчас у нас будет уже третий классный час, и потом у нас будет все по расписанию. У нас сегодня химия еще. Информатика. Да, мы сядем вместе. Мы сейчас в классе уже с Женей. Сейчас у нас будет классный час, нам будут говорить что-то про школу. Вот так вот. У нас уже закончился классный час, у нас сейчас какой урок? Я не знаю. У нас сейчас будет английский. Вот. Мы сейчас пойдем смотреть физкультурный зал. Да. Жень, ты ничего не видела? Сейчас тебе покажем, там вообще модно. Вот. Саша пьет такой модный морс, мы его обожаем, это школьный морс. Морс есть. Кстати, ребятки, у меня новый чехольчик на телефончике. У меня тоже. Всем смотреть. У меня все по-старому. Мы сидим, едим. У нас есть профессор. У нее пицца. И чё? У нас уже прозвенел звонок, мы идем в школу. А мы... 43-й? Да, по-моему, третий. Мы культурные школьники, мы идем все вовремя. Кстати, нам в школе поставили вот эти штучки, они реально заряжают телефон. Саш, покажи, что они заряжают. Да, мы немножко опаздываем. Не немножко. Вот, ребята. У нас с ней одинаковые тетрадки. Вот, вот так вот. Мы сейчас пришли в столовую, Женя мне будет покупать сосиску в тесте. Я тебе скину. Я тебе сейчас скину тогда. Чего? Чехол-то модный. Вот, слышали, ребята, у меня модный чехол. Да. Мы опять едим. Мне опять сосиску в тесте, она опять пиццу. Вот так вот, каждую перемену едим. Вот сейчас у нас будет литература. Потом английский. Ой, информатика. И потом мы домой. Ура! Ты рада? Вообще обосраться. А меня спросите, я тоже очень рада. Я потом пойду в Бургер Кинг с своим папой кушать. Завтра у нас 8 уроков или сколько? 7. Не 8, 7. У нас нет 8 уроков. 7 уроков у нас. Всем привет, я уже дома, время сейчас 9:30. Я когда пришел из школы, я сразу же просто вырубился мгновенно. Я сейчас буду делать уроки. Завтра мне опять идти в школу, и вы пойдете со мной. Всем доброе утро, я уже только что проснулся. Сейчас буду собираться в школу. Всем до встречи в школе. Узкий. Всем привет, у нас уже прошел урок. У нас было решение задач с экономическим содержанием. Мне не понравилось, я ожидал другого. Там очень сложно. Скажи, пожалуйста. Вот так, сейчас мы в столовой едим сосиску. Она ест пиццу. Помощь просит. Саша, что ты взяла? Я взяла себе пиццу, потому что я крутая. Я взяла себе, может, что я крутая. Зато у меня дома есть гриль. Я могу здесь мясо на гриле дома. Я не ем мясо. Ладно. Всем приятного аппетита, ребята. Я могу управлять. Подожди, убери от меня. Как скрутить камеру. Мы пришли в столовую. Тут ничего нет. Ну, я возьму вон те кукурузные палочки. Я просто хочу домой. У нас сейчас физкультура будет. Смотрите, у меня вот такие вот кукурузные палочки. У Жени, давай обзор. Вот такие вот поки с кокосом и лягушка. Моя любимая лягушка, я так люблю эту лягушку. Всем привет, я забываю вообще про влог. У нас, короче, сейчас урок Лёва будет. Самнезия. Какой у меня урок? Ой, какой у нас урок? Основа бизнеса. Вот, смотрите, как красиво. Красиво, мне нравится. Все, нельзя мучить. Ой, я так вижу. У нас сейчас будет география. Где? Вот, география. 400...
четвертом кабинете, нам сейчас идти в 404 кабинет. Цифры не знаешь. Кстати, у нас вырубили свет на лестницах. И чё? А мне пофиг. Привет, у нас сейчас будет общество знания. Мы поднимаемся на четвертый этаж. Просто у меня ноги уже отказываются. Просто. Ты еще не спал вот. На вас олимпиаду по физре. Да, мы, короче, с Женей вчера выбрали олимпиаду. Олимпиаду по физкультуре, ОБЖ. География, общество знания. Нормальные люди выбрали. На ноги падают. Урок вы уже приготовлены, сидите. Что это такое? У нас сейчас физкультура. Вау! У нас закончился последний урок, мы сейчас идем домой. Осталось еще всего лишь 9 месяцев учиться. И летние каникулы. ОГЭ, ура, ура! Вот сейчас мы... В декабре сочинение. Это не сочинение, а... Уже собеседование. Хорошо, да. Вот, сейчас мы идем домой, завтра я иду гулять. Всем пока! Всем спасибо за влог!